Всем привет, меня зовут Айс. Мы продолжаем прохождение Detroit Become Human. Погнали! К этому андроиду повезло чуть больше. Подняться наверх и разбудить. Похоже, он тоже уборщик. Thank you.
Северный полюс. Почему он так нужен России? На Титане нашли жизнь. Окей, оставим. Так, визуально порядок. Поднимаемся. Так, давай разбудим. Доброе утро, Карл. Доброе. 10 утра. Погода облачная. 12 градусов. Влажность 80%. Вероятные ливни во второй половине дня. Такой день не грех провести в постели. Утром я забрал краску, которую вы заказали. О, я и забыл. Вот в чем состоит разница между мной и тобой, Маркус. Ты ничего не забываешь. Пожалуйста, дайте мне руку, Карл. Нет. Карл? Спасибо. Я едва открыл глаза и уже стискиваю зубы. Человек — такая хрупкая машина. Так легко ломается. Столько усилий, чтобы не угасла жизнь. Эй, а что с твоей одеждой? Все в порядке. Просто демонстранты на улице. Что за остолопы? Они думают остановить прогресс, избив пару-тройку андроидов? Надеюсь, тебя не повредили? О, нет, нет. Просто пару раз толкнули. Ничего. Вот так. Сейчас я отнесу вас в ванную. Есть у нас что-то сегодня в планах? Да, в Музее современного искусства открывается ваша ретроспектива. Четыре приглашения от директора галереи с просьбой подтвердить присутствие. Я еще не решил. Попозже с этим определюсь. Понял. Что еще? Письма от почитателей. Я уже ответил. От Лео что-нибудь слышно? Нет, Карл. Хотите, я ему позвоню? Нет. Не нужно этого. Я
Я проголодался. Завтрак уже готов. Бекон и яйца, все как вы любите. Спасибо, Маркус. На здоровье. Кушать подано. Телевизор. Найди чем себя занять, пока я завтракаю. Ладно. Хорошо, Карл. Ну что, в шахматы сыграем? Конечно. В рапид? С удовольствием. Очень уж легко я выиграл. У тебя мозги заржавели? Или ты проявил к старику снисхождение? Ну, я думал, вас обрадует победа. Можешь победить, побеждай. Никогда не сдавайся. Именно это двигатель развития человечества. Настанет день, когда меня рядом не будет. Придется защищать себя. Самому делать выбор. Реши, кто ты. Кем хочешь стать? Этот мир не любит тех, кто не как все, Маркус. Не позволяй никому говорить тебе, кто ты. Едем-ка в студию. Нам уже сказали будущее на улице. Мы разрушим этот мир. Куда тебе надо? Да? Посмотрим, на чем остановились. Сними чехол. Похоже на мазню. Такое оно, современное искусство. Ну, и каков твой вердикт? Ну,
Мне не нравится. Не знаю, мне ли судить, но... Это не лучшая ваша работа. Беда в том, что мне нечего больше сказать. Каждый мой день лишь приближает меня к смерти, а я, как могу, цепляюсь за свои кисти. Карл. Довольно обо мне. Посмотрим на твои таланты. Попробуй. Напиши что-нибудь. Нарисовать, но я... Что рисовать? Все, что угодно. Попробуй. Так, ну это легко. Давай, палка, палка, огуречек. Ну давай вот так. Сделаем копию его картины. Это идеальная копия реальности. Но цель картины не воспроизвести реальность, а интерпретировать ее, улучшить. Показать ее своими глазами. Карл, я не смогу, этого нет в моей программе. Давай, попытайся. Холст перед тобой. Сделай вот что. Закрой глаза. Закрой глаза. Поверь. Вообрази то, чего не существует, что никогда не видел. Теперь сосредоточься на своих эмоциях. И пусть твоя рука сама плывет по холсту. Сложный выбор. Человечность. Надежда. Привет, пап. Лео. Я не слышал, как ты вошел. Да я тут мимо проходил, решил заглянуть. Давно не виделись, а? Все нормально? Ты неважно выглядишь. Да, все нормально. Слушай, мне деньги нужны. Опять? Я же недавно давал тебе деньги. Да, как-то потратил, сам знаешь. Да. Ты снова подсел, так ведь? Нет, нет, не в этом дело, честно. Не лги мне, Лео. Да какая разница, мне просто нужны деньги, и все. Извини. Мой ответ – нет. Нет? Почему? Ты знаешь причину. Ну да, конечно, знаю. Ты лучше о пластиковой кукле своей позаботишься, чем о родном сыне, а? Вот скажи мне, чем он лучше меня? Он умнее? Он послушный? Не то что я? Только знаешь что, он тебе ведь не сын. Он грёбаный робот! Лео, довольно! Хватит. Тебе плевать на всех, кроме себя и картин твоих дурацких. Ты никого не любил.
никогда не любил меня. Никогда не любил. Мы картину нарисовали, а он нет. Иди, он за стойкой сидел. Давай осмотримся. Ладно, хоть этот не убирает. Чего уставился? Так, присоединиться. Вот же он сидит. Так, почему не появилось сразу? Давай всех. Я тебя запомнил. Пожалуйста, мой друг. А, попался. А то так сразу было непонятно. Лейтенант Андерсон, мое имя Коннор. Андроид, присланный с Киберлайф. Я заходил в участок, но там никто не знал, где вы. Сказали, что вы могли пойти выпить. Повезло найти в 5-м по счету баре. Ну, что надо? Сегодня вечером вы получили дело. Убийство, совершенное андроидом Киберлайф. По протоколу в таких случаях компания направляет специальную модель в помощь расследованию. Не нужна мне никакая помощь. И уж особенно от манекена из пластмассы. Так что будь хорошим роботом и вали отсюда.
Я понимаю, некоторые люди испытывают дискомфорт в присутствии андроидов, но мне я... Мне тут вполне комфортно. Отвали, пока я тебя в утиль не отправил. Простите, лейтенант, я должен настоять. Я получил инструкции сопровождать вас. Засунь свои инструкции знаешь куда. Нет. Куда? Проехали. Знаете что? Позвольте вас угостить. На пасашок. Бармен, повторите, пожалуйста. Видал, Джим, чудеса прогресса? Валяй двойную. Двойное доверие должно быть. Убийство, говоришь? По инструкции я должен сопровождать вас на месте преступления. Слышь, мне насрать на твои инструкции. Я велел ждать здесь, значит, заткни пасть и жди здесь. Окей, как скажешь. Джон Дуглас, канал 16. Вы подтверждаете, что это убийство? Я ничего не подтверждаю. Так, не надо тут тех просканировать. Да ты виноват. Оно рассказывает все. Это со мной. Какую часть фразы «жди здесь» ты не понял? Ваш приказ противоречил моим инструкциям. Ты молчишь, ничего не трогаешь и не путаешься под ногами, ясно? Ясно. Здорово, Хэнк. Мы уж думали, ты решишь соскочить. Так и было задумано, пока не явился этот говнюк. Что, у тебя теперь свой андроид, а? Очень смешно. Выкладывай, что случилось. Возьми, позвонил хозяин. Жилец давно не вносил арендную плату. Он заглянул в дом, узнать, что как. Ну и нашел там труп. Ой, как же тут воняет. Это еще ничего, это мы окна открыли. Имя жертвы... Ладно, следуем. Есть судимость за кражу и разбойное нападение. Соседи говорят, к нему никто не ходил. И сам он из дома особо не высовывался. Ну, в его случае он вполне бы мог подождать и до утра. Чего среди ночи дергать? Я бы предположил, он тут недели три лежит. Коронер определит, когда явится. Вон там лежит кухонный нож. Похоже, орудие убийства. Следы взлома есть? Нет. Хозяин говорит, входная дверь была заперта изнутри. Все окна заколочены. Убийца ушел черным ходом. Что известно про андроида? Немного. Соседи говорят, что он был, но в доме мы его не нашли. Я пойду на воздух. Вы тут располагайтесь. Если что, позовете меня. Окей. Давай осмотримся. Буквы идеальные.
Даже слишком. Человек так не напишет. Нет отпечатков. О, господи, ты что творишь-то, а? Анализирую кровь. Я могу сделать все тесты на месте. Простите, стоило предупредить. Ладно, просто больше, чтоб не совал в рот вещдоки, ясно? Ясно. Это ж надо долбануться. Ему нравится все в рот тащить. Так. Жертву нельзя смотреть. Крис, это написано кровью жертвы? Да, пожалуй. Надо будет отправить на анализ. Погоди, ну тоже улика. Наш друг Карлос умел оттянуться. Отпечатки пальцев. Но несчастный случай. Ударили ножом 28 раз. Да. Видать, убийца крепко разозлился. Будет сделано, лейтенант. Эй, Май, ну что, образцы взял? Да, я все. Ночной клуб. Надо зайти. Там все проверить. Смотрели, идем дальше. Не следит ли за вами ваш андроид? Там в ванной что-то странное.
Ну конечно, по этим двум уликам все понятно. Религиозное подношение. Лейтенант, думаю, я понял, что произошло. Да ну. Валяй, выкладывай. Все началось? На кухне. В ванной. Нет, какой ванной? Слышь, а ты кухню-то вообще видел? Явно там все началось. Следы борьбы очевидны. Надо понять, что именно произошло. Жертва напала на андроида? Сбитой. Да, улики это подтверждают. А потом? Андроид ударил жертву ножом. То есть ты мне хочешь сказать, что андроид оборонялся? Ладно, что потом? Человек побежал в гостиную. В гостиную. Он пытался убежать от андроида. В целом похоже. Андроид убил жертву ножом? Ножом. Ладно. Твоя версия не такая уж бредовая. Вот только куда потом делся андроид? Он был поврежден битой и стал терять тириум. Что-что терять? Тириум. Он же голубая кровь. Это жидкость для питания биокомпонентов. За несколько часов она испаряется, не оставляя видимых следов. Но ты-то их все равно видишь, да? Верно. Ага. Думаю, где-то возле входа, на улице. Там, по-моему, какие-то руки были видны. Да где было в ванной? Thank you.
так понятно. На что забраться? Берем табурет. Эй, куда стул-то поволок? Надо кое-что проверить. А, кое-что тихо, спокойно. Это просто код. Я просто защищался. Он хотел меня убить. Пожалуйста, не говори. Коннор, чего ты там мутишь наверху? Лейтенант, он здесь! Охренеть. Крис, Бен, а ну-ка дуйте сюда! Ужин готов. Да, да, иду. Так, подать еду. Лазанья. Продуктов было немного. Сделала, что могла. Включить свет. Вот ведь жизнь. Потерял работу из-за роботов. И что я сделал, когда некому стало вести хозяйство? Пошел и робота сраного купил. Оборжаться.
Конечно, андроиды ведь такие удобные. Они не устают, они херней не страдают. Всю жизнь мне испортили, такие идеальные. Ну что смотришь? Чё вылупилась, спрашиваю? Не нравится жить с папкой, а? А ты думаешь, мне просто? Ты думаешь, мне нравится жить в этой грёбаной дыре? И я виноват, что мать твоя свалила? Ты должен слезть наркотиков, тот. Иногда ты меня прямо пугаешь, тот. Удрала, не сказав ни слова, тварь. Спуталась с каким-то недоноском, бухгалтера, шлюха! Это ты виновата. Папочка! Это ты виновата! А ну вернись. А ну вернись! А ну вернись, я сказал! Стоять здесь, чтоб не рыпалось мне, а то вломлю посильнее, чем в тот раз. Так, берем стол. Взяла и свалила от меня, шлюха. Давай его просто вырубим. Отец не может так поступать с дочерью. Алиса! Папа очень зол! Тебе полезно. Не надо! Полезно! Хватит! Прекратите! Ты что, охренела? Вали отсюда, это приказ, слышишь? Нет. Оставьте Алису в покое. Чего-чего? Ты чего сейчас сказала? Ты тут распоряжаться будешь, кукла пластиковая? Ты, кажется, поломалась. Ничего, сейчас починим. Так, так. Прием на Джеки Чана. Берегись, Кэра! Иди сюда, тварь! Вы твари, вернитесь!
Так, сматываемся. Жаль, игрушку забыли.